Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Болотная атака», вторая часть. 16 монет я с тобой забираю за третий день. Третий день. Зашибись. Так, опа, и сразу же появляется тут черепаший домик. Моментально прям, да, такой бонус мне. На, говорит Рэй, бери. Пожалуйста, и я возьму. Я возьму, я не поленюсь, добегу и заберу. Так, бесплатно здесь возьмем. Сколько? Четыре? Откуда мне столько денег, ребята? Ничего себе, я, конечно, возьму здесь пейпер. А, была, не была. Так, что у нас тут по семейке? Слушай, ну практически у всех, ребят, не хватает чуток карточек. У бабули Мэй там три карточки. На Вэй 6 карточек. Ну тут вот многовато. Тут я смотрю, сколько? 9. Так, здесь, ну, здесь 13. В общем, я думаю, что сегодня кто-то у нас еще прокачается. Ну что, 190 миссия. Оставлю я соседа Вилли пока. Попробуем. Нашествие монстров. Ну, естественно, с медвежутей начинается, да? Да что за совы такие поганые? Вот объясни мне. Не буду я пока трогать этих чувачков, пускай они там идут, что хотят делать. Ага, давай, 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 все в кучку, в кучку, в кучку. Медвежата, нате вам. Мне нравится у него вот это вот, ребята, базука, ну, просто великолепно она бомбит, на самом деле. По-другому не скажешь. На, на, хламонище несчастный. Куда ты там? Куда ты, говорю, газуешь? Так, у меня сколько? 30 патронов и 5. Вот ты посмотри на эту сову, а? Противную. Куда ты разогнался-то? Не могу понять. Так, пора врубать. На тебе. Вообще великолепно. Слушай, ну Вилли здесь чётенько отработал. Без помарочки, без единенькой. Пушка у него, конечно, крутая. Такой, да? Шотган. Новые технологии. Так, и уровень 190. Все четко. Давай, открывай. У нас серия побед до сих пор держится. На 40%. 24 монеты плюс Тормоз Джо и Ларри. Ну, из них пока мы никого прокачать не можем, потому что там много нужно было карточек. Поехали. 191 миссия. Да воцарится хаос. Да, что-то как-то. Ну-ка, дай-ка я побомблю чуткарик. Главное, чтобы здесь не было. Знаешь кого? Я думаю, ты понял, кого, чтобы здесь не было. Ать, ать, ать. Что за хаос пошел? Давай бомбить. Утка, помогай. Вынос. Вынос мозга. Так, бросаем. Да утки, ну хоро... Ой, утки, господи. Что я все, ну уток-то. Сколько у меня? 3 патрона? Блин, маловато. Живем. Пока живем. Уйди отсюда, а. Плывет он на динамите, понимаешь ли. Все. Слушай, ну сосед Вилли мне все больше и больше нравится. Ну, у нас, знаешь, периодически каждый подходит под свой уровень. Где-то сосед Вилли, да, где-то сварной может затащить уровень. Они все хороши и каждый по-своему. Единственное, что вот пейпер меня что-то в последнее время вообще не привлекает. Так, кто у нас тут? Тормоз Джо. И, смотри-ка, 3 кристалла дожидали. Отлично. Ну, а мы переходим с... Ой, защита, блин. Защита куриц. Что будем делать? Кого будем брать? Даже не знаю. Ну, давай попробуем... А, стой. Я сейчас возьму нашего дядьку-волосача. Я думаю, что он здесь, наверное, зарулит. Но это не точно. Так, защити куриц.
крылышки гриль. Так, не понял. Да ну зашибись. Да. Ты смотри, что творит, а? Вот он там наяривает. Они сейчас всех куриц мне поуничтожают. Ну и как? Ладно, фиг с ним, пускай эти там грызут. Очень мало патронов, ребята. Он сейчас курицу уничтожит. Или жизни мне. Да, придется так вот сделать. Давай ты, господи. Все, что ли? Эй. Отвалите от курицы. Ну, пришлось, друзья, просто потратить эти гемы чертовы. Потому что вот то, что они из-под носа у меня выходили, конечно, это бесит. Ну, главное, пошли. И двигаемся с тобой дальше. Что у нас тут в сундучке? Серия побед. 49 монет. О, нет, не прокачается. А вот Фрости, да. Фрости мы можем. Кстати, чем больше у нас с тобой процентовка побед, тем больше нам с тобой дают денег. Ну что, Фрости, пора повышаться на 8 уровень тебе. Так, а на 8 уровне у него что откроется? Холодильник. Вот так вот. Четко, все четко. Так, ну что, 193-я миссия, волосач. Пускай пока отдохнет, а я возьму нашего соседа Вилли. И смотрим. Оу, лисы. Так, и лисы. Ты гляди. Да отвали ты. Так, росомаха. Чё мне нравится у него вот пушка, ребят, то, что она станет. Она станет врагов. Вон, и видишь, звездочки ловит. Это круто. То есть ты выстреливаешь, он галюники ловит. В этот момент мы его, естественно, можем разбирать. Бросаем. Единственное, что вот лиса, блин. Да иди ты. Почему ты не переключаешь? Ты должен... А, не на ту кнопку, думаю, жму. Что такое, думаю, не переключается он. Все, ребят, отлично, выиграли. И у меня кнопка КВ на переключение оружия. А я жму 1-2, думаю, да что такое-то. Не могу базуку поставить. 193 уровень, отлично, пройден. Ну что, двигаемся с тобой дальше. Так, сундучок откроем, посмотрим, кто нам тут достанется. 27 монет, сварной. И опять же Фрости. Окей, допустим. Оу, щет, закончилось. Давай попробуем взять и поиграть за Сони. Ну, за него будет сложнее. Мир жесток. Вот как только берешь Сони, сразу начинается где-то вот такая вот фигня. Комары и тому подобное, да? Да господи. Давай, давай, крокодил этого вали. Поехали. Ты бич. И этот сразу начинает его зализывать. Зализывать ему, как говорится, раны. А вот так вот. Да хорош. Ай-яй-яй-яй, друзья. Тихо-тихо-тихо. Фух. Так, ну радоваться еще рано. Давай-давай-давай. Не знаю, что у нас получится из этого. 48 патронов, ребят. Хватит нам? Да должно, должно хватить. Я знаю, что будешь, гаденыш, крутить. Поэтому не стал в тебя весь
как говорится, рожок выстреливать. Все, дед Сони справился здесь. 4 монетки. Копилочка полная, и смотрим, что нам достается. Так, деньги. Мау. Ну что, бабуля, тоже готова у нас прокачаться. И мы с удовольствием с тобой это сделаем. Семья. О, и Соня тоже. Слушай, так это шикарно. Улучшаем. Так, 7 уровень. Что нам открывает? Ничего. Пока ничего. И бабуля. Тоже 7 уровень. И у нее тоже пока ничего не открывается. Чихнула. Вот Вэя прокачать на 8 уровень. Слушай, а где же вот тогда вот эти вот два чудика, интересно мне знать. Неужели их до сих пор еще нет в игре? Что нам откроется на 8 уровне? Угу, понятно. Так, домик черепаший рядом. Очень рядом. Так, давай, наверное, мы возьмем с тобой Ларри на 195-ю миссию. Угадай, кто здесь? Да я без понятия, кто здесь. Не надо. Так, медведи. Медвежути. Да отвалите вы. Ну посмотри, а. Я уже подумал, что там лисы. Нет, это не лисы. Ёк-макарёк. Давай, родной мой, прожимаем. Поехали. Так, заморозочка. Так, что у нас здесь? Блин, у нас патронами беда, ребят. Я серьезно говорю, с патронами просто беда. Так, этот еще тут жрет. Я поджигаю, ребят, поджигаю их. И все. И все, ну это же как так, а? Ай-яй-яй-яй-яй-яй, ребята, я-то думал, ну вот мы с тобой и профукали 40-процентный бонус. Ларри, ну что же, а? Да потому что там надо было брать не Ларри, наверное, все-таки, а у того, у кого, как говорится, дроби бомбит. Потому что здесь вот эти комары. Ну ты понял, да, почему? Погнали. Ну ж, куда вы прете, а? Медвежат, куда вы прете? Что-то... Да как так-то? Все снайперские снаряды просто куда-то в трубу улетели. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, раскромсон какой идет жесткий. Комарыть еще достали, просто достали. Все, ребята, я на нуле. Я на нуле. Ну и чего? И все. Кузен мне здесь не поможет. Трындец какой-то. Что ж тогда нам сделать? Сварщик. Может быть, сварщик нам поможет, а? Со своим спутником. В принципе, да, как вариант. Но единственное, опять же, стреляет он одиночками. Но одиночками он стреляет, но ты не забывай, что у него очень... Как бы тебе это объяснить? Да-да-да, вот это вот очень мощная штука. Так что... Очень даже неплохо он здесь может справиться. Давай-давай, накрамсывай этих. Ну что ты тут летаешь?
Минус. Так, сейчас я брошу коктейльчик. И вот так вот. Так, сразу вот эту вот муху уничтожим. И забрасываем с тобой здесь. Сразу два спутника. Ох, сейчас шарахнет. Найс. Согласись, круто. Вот, сварной вообще здесь без проблем разрулил, так сказать, эту ситуацию. За счет спутника. Спутник его очень мощно бомбит. У него массовая атака. Ну, а мы с тобой, блин, процентовку потеряли. Сейчас денег будут мало давать. 24 монеты. Тормоз Джо. Одной карточки не хватило его прокачать. И 3 кристалла. Так, ну что, пошли дальше. Сварного пока оставим, наверное, да? Множество битв, множество побед. Давай, 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 давай. Да ты заколебали вы, а. Так, стоп. Ой-ой-ой-ой-ой, что тут происходит? Нет. А как тогда нам быть? Фига тут раскромсали меня. Что же нам тогда сделать? Давай попробуем за соседа поиграть. Причем тут не написано, что это какой-то там супер мощный уровень. Супер сложный. Вообще ничего. Так, спокуха, Росомаха. Как вы меня бесите, тритоны, а? Ребят, патронов, патронов мало. Базука в помощь. Давай, давай, зализывай ее. Лисы. Отлично. Есть патронов, ребята, должно хватить. Фух. Ну, соседушка, вот это я понимаю. Разобрался здесь. Круто, круто. Но двигаемся дальше. Так, 5% побед, 19 золотых и 5 карточек на соседа. Плюс 4 карточки на пейпер. Продвигаемся. А, у нас же еще домик черепаший. Сколько тут нам? Ну, неплохо. Ну-ка. Сколько кристаллов? 6. Ну, я тебе скажу, неплохие награды дали. 210 уровень. Блин, дофига еще тут проходить-то, если честно. 210. Это получается 13 уровней еще. Ну что, сосед? Ой, сосед, Соня, ты готов? Пошли. Перехитри монстров. Блин, а это суперсложный уровень. Давай, 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 давай. Вжариваем. Да хорош вы там. Достали просто. Ну-ка. Закидываем. Ё-моё, у меня мало хп. Что-то надо с этим делать. Так, аркебузы эти.
О, аптечку дали. Немножко хильнемся. Чуть-чуть. С патронами вроде бы пока никакой проблемы нету. Вот то, что они тут. Ай-яй-яй-яй. Даркибуза, ты достал. Блин, придется, ребята. Твою налево, я просто в раш вошел. Фух. Возможно, зря я так сделал, но вот что-то трэш. Гимн, наверное, зря потратил. Ладно, что жалеть, как говорится. 197 уровень пройден. Награда 10%. 67 монет. Так, бабуля Мау, Фрости, Тормоз Джо. Кстати, Тормоза Джо мы можем с тобой прокачать. Он, по-моему, будет у нас самый крутой именно по прокачке, да? Ну да. Он первый получает у нас. Угу. Нет, он не первый не получает. 500 монет, ты прикинь, нужно 500 монет. Погнали. Опасные деньки. Эти деньки всегда опасные. Давай, давай, вылупляйся. Ну. Так, ты будешь вылупляться? Так, подожди ты, ты переключайся, блин, бал. Он просто не захотел переключаться, прикинь. Не знаю, почему он не стал переключаться. Твою налево. Друзья мои, деньги кончаются. Ой, деньги кончаются. Патроны, конечно же, патроны. Какие деньги кончаются? Все, ребят, меня тут расклепали. Не справился. А Ларри со своей поставленной задачей. Вот так вот. Волосыча, может быть? Нет, Сварной. Точно, Сварной здесь должен разрулить. Опять же, его спутник. Ага. Хорош. Да чтоб тебе, блин, я думал. Эй-эй-эй-эй-эй. Патроны, вечно вот беда с этими патронами. Давай, 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 давай. Е, смотри-ка, он справился. Прекрасно. Просто прекрасно. Сварной, да, у нас сейчас фаворит. И Вилли. На сегодняшний, как говорится, момент. Ну, 5% это понятно. 19 монет. Тормоз Джо. И бабуля Мау. 199-я миссия. Так, здесь энергии нету. Тормоз Джо прокачаться не может. Овей. Давай-ка мы за тебя поиграем. Очередной день на болоте. Вот что мне нравится у Уэя, так это его скорострельность. Вот скорострельность у него охрененная. И с этим ты не поспоришь. Но не для комаров, если честно. Наш дедок. Не для комаров.
Для какой-нибудь другой миссии, блин. Да они заколебали, они меня сейчас уничтожат, друзья. Ну, заплюют элементарно. Просто заплюют. Че, совушки остались, да? Обалдеть, отнимает сколько здоровья. Тут, конечно, лучше брать с дробовичком. Все, 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 уничтожили. Тут даже бесполезно, ребят, бомбить. Бесполезно. Попробую взять, знаешь, кого? Тормоза Джо. Так, где у нас тут Тормоз Джо? Мы за него давно не играли. Попробуем. У него дробаш. Как раз вот против этих комариков он должен разруливать. Давай, 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 стреляй. Так, аптечка. Опять ты прилетел сюда, а? Ну, смотри, сколько их здесь. Все, что ли? Закончились патроны? Зашибись. Давай ты! Надеюсь, это последняя была сова. Ху, да, Тормоз Джо отвоевался с горем пополам. Все у него удачно получилось. Давайте мне сюда награды, монеты. Так, Вэя можем прокачать, кстати. А до какого уровня? До 8-го, по-моему. Ну-ка проверим. Да, друзья мои, до 8-го уровня мы прокачиваем Вэя, и откроется у нас вот такая вот бомба. Чик. Что за бомба? Воздушный удар. Когда угасает последний луч надежды, когда ничего не получается, используй воздушный удар. Затем устройся поудобнее и наслаждайся зрелищем. Звучит, конечно, эпично, но не знаю, не знаю. Так, друзья мои, 200-я миссия. Остается 10 миссий и будет босяцкий. Так, а ну-ка. Давай-ка за бабку поиграем, а? Борьба за выживание. А, у бабки же тоже у нас дробовик. Ё-моё, я и забыл. Это ж круто. У нее дробовик с эффектом поджога. Но не такой мощный, как хотелось бы, если честно. Видишь, да, по урону? Не дотягивает. Опа, а если я так вот сделаю? Блин, заканчиваются патрончики-то у меня. Бабуля. Бабуленька. Справимся мы с тобой или нет сегодня? Должны, должны вытянуть. Е! Бабка крутая с таким дробашом. Фью. Найс. Мау меня не подвела. И мы взяли с тобой 200-й уровень. 10%. Здесь у нас монетки. Тормоз Джо и волосач. Прекрасно. Так, домик, да? Черепаший появился. 201-я миссия. Поехали. Посмотрим. Вперед, вперед, вперед!
Естественно, естественно, вы крутите. Их лучше всего, ребята, оглушать и потом уже, конечно же, добивать, так скажем. Эффект бабочки. Оу-оу-оу. Ща будьте эффект бабочки, блин. Слушай, а вот здесь почему-то у нас не получается. Не получается, потому что у нас всего лишь 3 патрона остается. Как же так получается, а, бабуль? Вот объясни мне. Вроде бы все хорошо, и в то же время не очень. Да, и вроде бы не очень. Ну все, ты видишь, бабку смяли. Что ж тогда делать? Соседушку взять? Ну давай попробуем с соседом побомбить здесь. У соседа, конечно, урон намного колоссальнее. Тут не поспоришь. Да и базука у него будет посолидней. Что-то как-то стреляет как-то не очень хорошо, ребят. Восемнадцать патронов. Бросаем сюда, сюда. Капканы. Так, у нас с тобой не хватает именно патронов, да? По хпшкам вроде бы как вытягиваем. Именно беда в патронах. Так, утку ловим. Забрасываем гранатами. Закидываем, закидываем, закидываем. Е, все, справились. С горем пополам, но мы с тобой здесь справились. И это меня радует. Давай, открывай. 5%, 26 монет. Пейпер, 7 карточек. И сосед видели, 6 карточек на него получили. 202 миссия. Давай, Вилли. Где мой гриль? Лиса, он стрелял твой гриль. Так, ну здесь что-то... И то, и все, вы определитесь. Ну, как хорош. Погнали. А если я капканчики туда побросаю? И вот так вот. Давай, 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 закидываем. Блин, ну на одного комара. Лисы. Да лис, давай, бомби. Упс. Все, что ли? Кирдычок. Дед наконец-то мне Рой помог. Кузен. Он убил последнего комарика. А я как раз обсох. У меня не было патронов. То есть, если бы не было бы у нас кузена, этот комарик бы просто меня уничтожил. Вот и все. Так, Пейпер и бабулька Мау. Сколько мы с тобой денег? Нам нужно 500, чтобы прокачать. Ух, там еще дофигища. Блин. Еще так долго идти до туда. Погнали. Блин. Пейпер. Волосач. Да, будем волосачом. Возраст делу не помеха. Суперсложный уровень. Опять суперсложный уровень. Да что...
Твою, блин. Вот ненавижу, когда они, ребят, прямо из-под носа появляются. Давай, 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 наказываем. Гранаты. Тут главное, ребят, гранаты. Все тут юзать нужно, понимаешь? Все. Нет чего-то такого, что нужно юзать. Нет того, чего не нужно. Твою налево. Да, что ж тогда нам делать? М? Сварного брать? Ну, давай попробуем сварщиком пройти. Давай попробуем сварщиком. Блин, наверное, не лучший вариант, конечно. Как вы заколебали, а? Тихо, курочки. Давай, шимпанзюху эту. Нормуль. Жариваем. Так, сколько у нас? Коктейль Молотова. Эть, пока ничего не могу применить, ребята. Я охинулся, но меня издалека вот эти твари, эти мышиные, а? Мышиные твари меня забомбили. Слушай, ну если тут сварной не может справиться, что тогда делать-то будем? Суперсложный уровень, блин. Поехали, короче. И вот эта вот дебильная перезарядка его просто раздражает. Давай, отстреливаемся. Один только спутник у меня, да? Пора юзать, ребята. Сейчас курицы побегут. Да иди ты. Сказал бы, блин. Ну и что делать-то? Короче, ребят, давайте мы, наверное, с вами вот на этой ноте закончим. Пока я тут не разнес нифига к чертовой бабушке. И уже продолжим в следующей серии. Да? Я думаю, да. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.